завтра, собственно говоря, в Афинском музее в Акрополе. Поэтому будет достаточно наверняка вам любопытно узнать какие-то такие интересные детали. Ставка здесь прямая вам будет, ну, я думаю, что минут, наверное, на 30. Да. Там история еще была такая, что Пифагор жил на Самосе, остров Самос. И правил этим островом один тиран. И он решил провести с одного стороны острова на другой остров, на другой конец острова акведук, ну, чтобы доставать воду. Работники вот этого, при строительстве которого, они слишком увлеклись действительно напиванием здесь изрядного количества вина. Их хмелели гораздо быстрее, чем вообще работа должна быть закончена. Поэтому, соответственно, правитель этот все равно обратился к тому, что создайте, пожалуйста, чашу, да, чтобы могла контролировать. Вот поэтому чаша не погрузилась. То есть существует два вида глины, которые вообще, с которого в принципе работают на Пелопоннесе. Основное такое место. Есть глина, которая берется на побережье, и эта глина, она более светлая. Есть глина, которая берется в глубине материка. В Греции краснозем, да, в достаточно большом количестве содержится железо, поэтому она будет красного цвета. Но здесь они работают с глиной, которую берут ближе к побережью. Вот смотрите. Гончарный круг, так таковой, он появляется действительно уже на излете, практически на закате Микенской эпохи. То есть где-то рубеж 13-12-14 века до нашей эры. До этого люди изготавливали без гончарного круга. То есть пытались повторить вот эту определенную форму. Потом появляется гончарный круг. Вот то, что вырастает из удруг. Чувствую такой домой. Я считаю, что это такое искусство. Они разработают, они как изготавливают, как ручная работа, также они изготавливают и формировочную, то есть работают с формой. Ну, вот форма, она позади просто выставлена. А расписывают, очень много они вручную. Вообще, это одно из немногих предприятий, которые все очень много делают вручную. Конечно, они в прошлом году раз мы с ними разговаривали, было сложно конкурировать с Китаем, потому что, к сожалению, он монополизировал очень много. При общей дешевизне, такой китайской, наша продукция не в состоянии не конкурировать, потому что ну, мы делаем ручное и такой штучный товар, тем более они повторяют действительно музейные копии, чтобы музей открылся. Когда говорит, отталкивайся от этого, когда она меня поведет, туда, собственно, я занесу. Потом так на фотографии прищелкиваете, или такое вращение будет, знаете, когда листаете. Смотрите. То есть это вот все готово. За печь. Комменты. То есть смотрите, ей потом этому сосуду талпали дают отдых. То есть ей дают время для высыхания. После того, как она высыхает, она приобретает вот такой оттенок и вот такую, собственно говоря, структуру, да? Вот эти ручки, если там требуются, они будут сюда прикреплены после того, как она высохнет. Иначе при прикреплении можно просто деформировать всю структуру. Еще это определенный, да, этап. После того, как она высыхает глина, ее обжигают. То есть ее обожгли один раз, вот такой вид, какой она есть. Потом берут так называемую глянцевую глину. Она бывает, слышите, за добавление определенного цвета минералов, она бывает разного цвета. Но в данном случае здесь белая. Вы смотрите, вот это вот, ну, ее размешивают,
Опускает, размешает, опускает весь уже обожженный первый раз сосуд. И второй раз обжигает, он приобретает вот такой оттенок. То есть если нужен белый цвет, будет белый цвет. Если добавлять черные минералы, то будет, соответственно, вот такая эмульсообразная, да, эмаль, да, и приобретает черный оттенок. И потом уже с таким сосудом начинает работать. Если берут другого цвета глянцевую глину, например, черную, да, при обжиге, здесь полностью сосуд в эту глину, естественно, опустили. А иногда берут, например, того же самого черного цвета и расписывают. Выглядит она на самом деле не черным цветом, она светлым выглядит. Но при обжиге то, что было расписано глянцевой глиной, получается в черный цвет. Соответственно, уже расписывают. Но здесь уже, видите, поскольку делают определенную копию определенного периода, здесь, например, чисто микенская та же самая ваза. Давайте возьмем в руки. На мой взгляд, вообще это изумительная работа. Это все мельчайшие детали, ведь все расписывается. Это вот все. Все это расписывают. Здесь брали желтого цвета, вот эту глянцевую глину, добавлением желтых минералов. При этом при обжиге она получила именно вот такой желтый оттенок. Соответственно, черный уже потом прописывали, последний раз обжигали. Самая минимальная температура обжига здесь 900 градусов, самая максимальная 1600. Печи, которые стоят, вот они, там происходит изменение процесса. То есть вот то, что вы видите, это уже вытащили из печи, то есть это уже процесс обжига прошел. Здесь готовы для повторного обжига, для белых сосудов, которые имеются. Вот с нашей сейчас правой стороны вы увидите очень интересный мост. Так, фотоаппарат далеко не убирать, они вам наверняка пригодятся. Мост, он был построен в 13 веке до нашей с вами эры. Это мост микенской эпохи. Сейчас вот мы специально чуть медленнее проедем, чтобы вы могли остановиться там, к сожалению, не сможем, но чтобы вы могли сфотографировать его сразу с нашей правой стороны. Сейчас будет мост 13 века микенской эпохи. Он построен ровно так же, как и будут построены Микена и Теринф. То есть вот эти огромные колоссальные блоки, их еще называли циклопическими постройками. Вы посмотрите с правой стороны. Мы с вами увидим подобное еще сооружение, естественно, в Микенах, когда будем через некоторое время там находиться. И, конечно, несколько слов об этом городе необходимо все-таки сказать. Именно на восточном берегу Галицкого залива, в очень такой в тени крутой скалы Паламидии, находится Навплион. Это первая столица греческого государства. И, конечно, эта территория, она была заселена еще в античную эпоху. Она действительно способствовала развитию морских контактов. Вот согласно данным археологов, это была территория, заселена еще в неолитическую эпоху. И местные мифы, они гласят, что город, он получил свое название Навплия в честь своего основателя и героя, вот тезки, Навплия. А Навплий был сыном Посейдона и Амимона. И по материнской линии как раз происходил из рода тех самых Данаидов. И совсем юным он принимает участие в походе аргонавтов. Прожил очень долгую и счастливую жизнь, поскольку действовал и после Троянской войны. И вот через свою жену Навплий был связан еще и с критскими мифами Аргонида, а также с островом Эвия, или Эвия, как изначально такой грозный морской демон, который становится затем мудрым морским старцем. Поскольку это имя очень часто, имя этого персонажа встречается во многих морских мифах и приключениях, то почти связано почти со всеми такими общегреческими деяниями на море, которые хронологически, между прочим, отстоят друг от друга, но многие считали, что в мифах о Навплии выступают, по крайней мере, два героя с таким именем. Сыном Навплия же считается изобретатель Паламед, а выдвижение уже этого героя в качестве такого благодетеля, первооткрывателя, лекаря, астронома, покровителя ремесел, подобного Прометею, конечно, в идеологическом плане уже следует угадывать выдвижение вот этой культуры Аргалида. Конечно, археологические исследования, они здесь были проведены, в результате которых была открыта достаточно большая территория археологических, в общем-то, раскопок сейчас. И в первые века такого исторического времени Навплия покровителем считался город Посейдон. И остатки храма, посвященного Посейдону, конечно, здесь были обнаружены. Ну и, конечно, после того, как Навплий был завоеван в итоге Аргусом, он теряет свое былое значение и становится лишь только портом города Аргус, который на тот момент был самым сильным городом, в общем-то, в микенскую эпоху. И
Потом на достаточно долгое время у Навприо забывает, и тот самый Павсаний, который путешествует по этому региону, сообщает, что от Навприо ничего здесь нет, видны только решуины. Однако к византийской именно эпохе относятся сведения такого же исторического и археологического характера о том, что город вновь восстанавливают, город вновь развивается. И уже в IX веке здесь Навприо становится достаточно значительным центром. А в XII веке византийцы укрепляют Акронавприо, назначают специально правители. И в эти же годы своего расцвета город становится резиденцией митрополита. Но, однако, спустя некоторое время город захватывают франки, то есть те самые крестоносцы. Его крепость, которая была построена, получается, примерно на рубеже вот того самого IX века нашей эры, называется Акронавплия, она была превращена в крепость франкского герцога Антуана де Ларошы. И именно венецианцы в конце XIV века укрепляют небольшой островок посреди залива, строят на нем крепость под названием Бурдзи. Ну а в XVI веке город захватывают турки. И, конечно, городом снова овладевают венецианцы лишь только в конце XVII века и строят третью крепость, которая называется Паламидия, укрепляют город. И вот город, будучи центром владения Венеции, получает свое новое название – Неаполь-Ромея. А в начале XVIII века хозяевами города снова становятся турки. Только лишь в начале XIX века, в начале вот этой национальной освободительной войны, греки захватывают крепость Паламидий, удерживают эту крепость вплоть до провозглашения независимости Греции, то есть на протяжении примерно 5-6 лет. И именно здесь, в 1828 году, Навприо становится столицей нового греческого государства. Остается таковой вплоть до 1834 года, когда столица провозглашает Афины. Ну, а нынешний Навприо, он, конечно, главным образом старый город, он сохраняет вид столицы XIX века. Облик города составляет церкви, мечети, венецианские здания, крепости, которые напоминают о различных периодах его истории. Ну, о венецианском здании арсенала, который построил в начале XVIII века, скажем так, властитель Венеции, сейчас расположен археологический музей, который, конечно, собраны основные находки, которые были обнаружены на этой самой земле. Вот потихонечку мы уже приближаемся к Навприо, и через некоторое время с нашей левой стороны вы увидите ту самую первую крепость, которая была возведена, вернее, которую мы с вами видим, а возведена она была третьей, то есть самой последней. Это крепость, которая называется Паламидия. Сегодняшний Навприо – это всего лишь 14 тысяч жителей. Город, в принципе, сам по себе небольшой, но это самый, пожалуй, один из самых красивых городов Греции, который известен своей историей, своей культурой. Вот мы небольшую такую с вами прогулку по городу совершим. Вот еще не могу не сказать, Навприо еще считается самое вкусное мороженое. Поэтому там много всяких мороженщиков и мороженых лавок. Поэтому, если будет желание, любой можете остановиться, попробовать греческое мороженое. Ну и Навприо. Но за счет, наверное, того, что город все-таки достаточно долгое время находился под влиянием Италии, под влиянием Венеции. И там очень много, между прочим, итальянцев, таких этнических итальянцев проживает. И, конечно, именно они-то, видимо, являются владельцем вот этих вот мороженых лавок. Они даже называются все по-итальянски «желатерия». Мы специально остановимся с вами на такой своеобразной, естественно, площадке. Это будет часть, просто это порт, где будет находиться наш паркинг. Но именно с этой точки в порту вы сможете сделать прекрасные действительно фотографии и крепости Паламидий, и крепости Акронавпли, и крепости, которые в островке, на островке находится, крепость Бурдзи. Но поскольку мы с вами, у меня будет огромнейшая просьба, мы с вами сейчас так выходим из автобуса, возьмите все, что вы считаете нужным, пройдем сразу в исторический центр и прогуляемся по улочке. У нас с вами эта прогулка не займет больше, чем 40 минут. Но здесь город очень-очень маленький. Но, тем не менее, чтобы у вас какое-то такое небольшое мнение, скажем, или атмосфера Навприо сложилась чуть лучше, вот мы специально прогуляемся. Вдоль на
яхт, мы вернемся на нашу свою карту. По улице, которая параллельно будет морю, и выйдем напротив крепости Курки. Море стоит. И вернемся в автобус уже вдоль побережья. Да, хорошо? А мы в крепость не пойдем? А? В крепость не пойдем? Нет. Туда заезд есть? А? Заезд туда есть, нет? Или только пешком восходили, уже схождение? Нет, заезд есть. Есть, да? Ну, я очень хорошо помню крепость, когда я поднималась пешком. Представьте мое удивление, когда я поднялась, это было 1000 ступеней, там 900 с чем-то. Ого! И я увидела, что можно приехать. О, да! Это было вообще, то есть это для меня было вообще потрясение полнейшее. Как мы проглядели тогда въезд на этот век? Ну, первый раз, когда я приехала. Я причем до половины поднялась, сказала, бросьте меня, оставьте здесь, я дальше не пойду. Рассказывала, что я имела счастье, по-другому не знаю, как назвать, но подняться туда, вот по этим лестницам, там в скале прорубленной, через то, чем то ступени. Представьте мое удивление или восхищение того, что я поднялась, я увидела, что там можно приехать. То есть, что здесь. Так вот, то, что я хочу вам показать, не то, что здесь в половине, но это не память. Симпатичнее выглядит. Но тем не менее это тоже памятник украинской позиции. Потом мы еще с вами в небольшой такой импровизированной цепи стоим. Если вы посмотрите, вы увидите национально развивающийся греческий флаг. Это здание, в котором сейчас расположены мэрии. Или по-гречески изучено как демархио. Но это здание первой гимназии греческой. Вот пойдемте в центр, там где-то нас с вами ждет. И, во-первых, памятник семье Ипсиланте. Потому что многим эта фамилия известна. И также скульптура перед памятник королю Атону, тому греческому первому королю. Это никогда не было. Что говоря, монархии. Это была та самая народная демократия. Почему? Он говорит, ну потому что когда европейцы видят эти цветы лианы такие, они тут же умирают. Я говорю, а поэтому? Это уже бугенвилли такие разноцветные цветы, они от алого до сиреево-бордового. То есть, в принципе, на самом деле, вот этот весь центр, на, где вот эти большие улочки, куда вверх, вот вам это точно напомнит, точно напомнит. Ну, если выключить температуру, напоминает Таллин. Тоже маленькие улочки. Да. Давайте купим в другом. Ну, в другом месте. Я тут везде попробовала, если честно говоря. Мороза мне вру. Мне бы итальянцы. Там есть церковь. Рядом с церковью, там итальянцы. Там он лучше. У него он в прошлый раз похвалился, но говорит, а у нас сертификат нам дали, что у нас наша марка мороженого считается одной из самых лучших в Европе. Я говорю, ну вообще. Так что... Угу. Да, давайте лучше там. У вас вкус хороший, но вчера вот как раз рыбная таверна, к сожалению. Мне просто нравится там, где вот итальянцы. Ну, не итальянцы, они не греческие, но итальянцы. А,
Бугенвилли? Да. Цветочки. Какая красота. Потрясающе. Угу. Чудо. И они разные цветы, да? Да. Вот они бывают такие розовые, бывают более пожинаются сиреневые, алые. Мы еще такой с вами эпоху, в пору приехали, когда они тут еще цвету находят. Нет, они недолго цветут. Вы знаете, они цветут где-то по весне, потом в июне они цветут, потом снова набирают, они несколько раз цветут. То есть в июне мы были здесь, как, знаете, как продевались бутоны. А потом вот часто вот это вот, знаете, в конце апреля это ремажа. Вообще зелень не видно, все, все по цветам. То есть мы видим второй цвет. А ежевика у вас сколько раз в году зреет? А ежевика? Ежевика. Ежевика? Например, ну да. Да один раз, зачем? Один раз. Урожай здесь один раз снимают. Один раз снимают, да? Я сразу такая мысль, что вот будут внуки, купят они мне дом, я встречу своего старства нахрен. Буду на берегу моря пить чашку кофе, я так квартиру себе уже нарисовала. Интересно. Но мне почему-то вот это тот город, который, в котором я старость себе встречу. Я не ехала в Италию. Думала, что мне Италия понравится больше, чем Греция. Мне Италия понравилась, но не для жизни. В этот раз мы полетели. Неделю туда уже летели. Италия, Венеция и Рим. Я, конечно, я забронировала. То есть там билеты, музеи, там расписано было все. Муж, когда мне это все посмотрел, говорит, я, конечно, понимаю все, один музей я выдержу, но все остальное без меня. В итоге я везде, он сидел рядышком, ждал меня, попивая при этом кофе, ну, как истинный грек, попивая кофе и там, поедая пиццу. При этом во всех музеях была я одна, не составляла кого. В одном сходил, в Ватикан пошел, а все остальное, без меня. Это, говорит, невозможно. Это здание арсенала. То есть оно было построено в начале 18 века в Венеции. Мы прошли весь город, вам нужно сказать. Вот так вот. Все и маленький городок. А здесь есть исторический центр. Между прочим, лавр. Ага, вот он. Лавровый лист. Я вам покажу. У нас будет время, покажу. Тем более, я вообще, на самом деле, я очень удивилась, оказывается, существует эвкалиптовый мед. Пчела собирает цветы под эвкалипта. Значит, мед есть. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, смешано с чем-то. Только эвкалипт невозможно. Ну, то есть, видимо, есть тот мед, который вот в состав идет эвкалиптовый цвет. А между прочим, меда из оливок, из оливкового дерева нет. По одной простой причине, оливковое дерево само себе опыляет. Оно самоопыляемое. И поэтому здесь труд пчелы совершенно не нужен. Вот эта площадь, на которой мы с вами находимся, это была площадь, которая, она так и называется, площадь Синтагмы, то есть площадь Конституции. Мы с вами увидим такую же площадь Синтагмы, Конституции, но в Афинах, перед зданием парламента. Она здесь на самом деле тоже находится перед зданием парламента. Так вот, здание парламента – это бывшая мечеть. Вот то, что вы видите, это первое здание общегреческого парламента на территории Греции. Вот это здание такого из более темного, да, розовато-бежеватого камня, это здание арсенала. То, что венецианцами в начале 18 века было построено, вот то, что перед нами сразу с правой стороны, внутри находится музей Нафли. Вот это здание первого парламента. И еще многие из вас наверняка прочитали, ну это легко прочитать, национальный банк или трапеза. Вообще, что в чем здесь фишка? Почему это называется трапеза? Смотрите, как интересно. Стол по-гречески – это трапезия, ударение на другой слог. Практически все греческие города – это были свободные города. И они имели право устанавливать цену
за въезд в город, то есть взимать плату. Это, соответственно, были поступления в налоговый бюджет. Поэтому обычно плата она взималась от каких-то таких ворот, рядом с которыми были всевозможные таверны, ну, в Западной Европе были еще и кабаки. Так вот, выносили столы из подобных таверн. Стол называется трапезия. То есть это то место, где нужно платить. В течение времени просто первоначально, получается, ударение поменялось. Это то место, где мы платим или что-то мы делаем, денежный какой-то оборот, называется трапеза, то есть банк. А вот вентиляторы, там они что-то распыляют или как? Воду, а чтобы влажнее воздух был? Да, потому что здесь испарение, знаете, как оно очень-очень жарко. Ага, такое. Ну, город его устраивали. 19 века, когда его сделали, поэтому здесь мы фактически можем идти с вами по коням в святилище Асклепия. Пойдемте, если этот храм открыт, мы с вами зайдем в храм. Нам покажут. Вообще об этом храме нет ни одной, ничего не написано о нем. Нет никакого вообще источника. Во-первых, вот этот храм, он 15 века, храм называется Успения Богородицы. И на самом деле об этом храме вообще ничего нет, нигде не написанного. Удивительно, когда пару лет назад мы приехали сюда с группой, мы заходили, естественно, в храм, и мы заходим, и одновременно с нами звучит гимн России. Группа вся просто в ступоре вместе со мной. Что мы не можем понять, потому что это гимн России звучит. То есть это как это? Кажется, настоятель этого храма, он рингтон на телефон установил гимн России. И он как раз рассказал про этот храм. Оказывается, этот храм 15 века Успения Богородицы. Он был построен, уже получается... То есть он более позднюю эпоху был возведен. И он не выглядит как храмы православные. То есть росписи, которые там вы видите, они больше нас относят к виду вот возрождения, к этому западному, к итальянскому искусству. Но сюда, в этот храм, свозились мощи очень многих святых. Много было сюда святого для получения благословления при начале военных действий, то есть когда начиналась страна освобождаться от Москвы. Мы сейчас пройдем специальный такой уголок, я вам покажу, чьи мощи, чьих святых там расположены. При желании можете потом поклониться этим мощам. Ну а здесь такое своеобразное панно, которое нам с вами рассказывает о периодах всей жизни Греции. То есть Христос, когда, допустим, изгоняют Адама и Еву из рая, да, кто пишет Евангелие, евангелист Иоанн в пещере, да, плюс ко всему Периколы, эпоха наивысшего раздета греческого государства, приход апостола Павла на Акрополь, мы еще поговорим. То есть потом освобождение, скажем так, период, который называется иконоборческим периодом, когда спасали стойкие христиане и строили монастыри на метеорах, да? То есть разные, период освобождения, войны, Вторая мировая война, и, собственно говоря, современность. То есть это такая своеобразная, грубо говоря, тут панно, наверное, расскажет обо всех исторических перипетиях греческой жизни. Мы можем покататься на кораблике. Это Эгейская уже, да? Очень славный город. Ну что, ух ты, как тебе мороженое? Не слишком большое? Большое. Именно Прет был такой еще герой, ссорится со своим братом-близнецом Акрисием из-за наследования царской власти. Он бежит в Ликию, где женится на дочери царя Иобата, и возвращается сюда, в Аргалиду. Прет привозит с собой из той самой Ликии киклопов, которые построили мы в крепостной стены Теринфа. Ну а его внук, полубог как раз Персей, сын Зевса и Данаи, был один из самых прославленных
властителя Теринфа. Теринфянин уже был известный всему миру герой греческой мифологии Геракл, который совершил знаменитые подвиги по приказу своего двоюродного брата Эрисея. Ну и, конечно же, Акрополь Теринфа, который откроется перед нашими глазами через некоторое время с правой стороны, он является таким великолепным образцом микенской фортификационной техники. Он строился в течение трех небольших фаз и было совершено строительство лишь только в 13 веке до нашей эры. Состоит он из верхнего, среднего и нижнего акрополя, который занимает весь абсолютно невысокий холм, согласно, конечно, с его таким геофизическим рельефом. И толщина окружающих акрополь внушительных стен в отдельных местах достигает 17 метров. Я немножечко вперед забегу и скажу, что толщина стен Микен достигает примерно 15-10 метров. Толщина стен тоже в некоторых таких отдельных местах. Ну и, конечно, на северном участке внутри крепостных стен все когда-то находились ряд помещений, которые служили, по всей вероятности, таким оборонным целям, ну или были складами. Но, безусловно, вход на Акрополь Теринфа, он осуществляется с востока по такой своеобразной наклоненной плоскости, которая называется рампа, которая вела к главному входу в этот узкий проход между двумя такими крепостными стенами, он ведет к большим воротам и к большому предвратию. Ну и, конечно, я как уже говорила, Теринф, он построен такими своеобразными на невысоком холме, тремя кольцами опоязывают именно холм Теринфа, его крепости. Ну и, конечно, впечатляет действительно сторона вот этой крепостной стены, конфигурация которой имеет определенный изгиб. И к числу замечательных построек здесь, на Акрополе Теринфа, принадлежат еще и галереи. Своеобразный проход по всему Акрополю. Дворец Теринфа, к сожалению, он погибает около 12 века до нашей эры во время пожара, которое было вызвано разрушительным землетрясением. Но вот в отличие от Микен, в окрестностях Акрополя, именно Теринфа, в настоящее время была раскопана лишь только одна купольная гробница, которая была также разграблена, как и гробницы в Микенах, более древнейшую эпоху. Ну и как освидетельствуют археологические, прежде всего, находки, Теринф являлся вторым дворцовым центром Арголиды, который был расположен на незначительном расстоянии от моря, линия побережья которого в те времена заходила гораздо больше вовнутрь материка, чем, например, сейчас. То есть у нас где-то с нашей левой стороны находится побережье Эгейского моря, тот самый Саронический или Арголитский залив. Именно в этом месте Саронический залив называется залив Арголикос. И тогда море, оно практически вплотную подступало к стенам Теринфа. Но время, оно сделало свое дело. Поэтому, конечно, ландшафт в этом отношении несколько изменился. Что же касается, конечно, уже Микена, о которых далее пойдет наша с вами речь, то о Микенах мы будем говорить сегодня достаточно много. И первую нашу с вами остановку мы будем с вами совершать около сокровищницы Атрея. И это такая очень интересная купольная гробница, около которой мы с вами-то как раз и приобретем билеты в Микены. То есть, если будет возможность, если есть возможность, ну, мелочь такое заготовьте, оно вам пригодится сегодня. 8 евро стоит билет на сокровищницу Атрея, музей и Акрополь Микен. То есть, таких вот небольших, но три объекта мы сегодня с вами увидим. Но, однако, билет мы будем покупать с вами или здесь. После сокровищницы Атрея мы с вами пройдем непосредственно уже, вернемся в наш автобус, там 2 минуты, даже меньше, да? Минуту проедем. Кстати, вот с нашей правой стороны вы можете видеть Теринф. Это второй по значимости город здесь, на Пелопоннесе. То есть именно Теринф и Микены были самыми-самыми сильными городами в 14-13 веке. Я уже сказала, он, к сожалению, был разрушен пожаром. После того мы с вами пройдем к музею Акрополя, там будет возможность, такой пятиминутный я вам дам, возможно, чтобы вы могли посетить все, что нужно посетить. И дальше пройдем в музей, немножко поговорим о музее. Большую часть, наверное, я вам в музее расскажу, потому что будет достаточно жарко, я так предполагаю, на самом Акрополе. Ну, а на Акрополе мы поговорим с вами о знаменитых Ливиных воротах. Ну, кстати, въезжаем в такие цитрусовые плантации. Вот вы можете видеть, конечно, уже висящие плоды апельсинов. И здесь находится на территории вот именно Пелопоннеса, в этой области, самое большое количество таких цитрусовых деревьев. Своеобразные вентиляторы, которые в той или иной степени они встречаются внутри этих плантаций, такие большие винты, вы можете потом видеть, они необходимы для одной простой причины.
Поскольку здесь очень чистые заморозки, ну не чистые, а скажем так, изредка, ну бывает, ну вот один из вентиляторов с левой стороны. Так вот, для того, чтобы не садилось это все на деревья, то есть не опускалась погода, температура воздуха ниже, чем 0 градусов, иначе при такой даже ниже, чем плюс 5, включают уже эти вентиляторы, иначе все это может вообще-то повлечь за собой разрушение, скажем так, и замораживание урожая. Шлиман начинает раскопки в этой долине. И одно из самых сенсационных событий в истории археологии происходит 6 декабря 1876 года, когда немецкий предприниматель, археолог-любитель Генрих Шлиман в поисках легендарной Трои открывает в Микенах первый из 5 наполненных сокровищами древних шахтных могильников, которые располагались на участке земли, известном теперь под названием Микенский могильный круг А. И при раскопках были обнаружены останки 19 человек. Рядом с ними лежали золотые украшения, инкрустированные золотом и серебром бронзовое оружие, золотые нагрудные пластины, золотые серебряные кубки. И самой великолепной находкой Шлимана в шахтном могильнике оказалась роскошная золотая маска, которая, по его убеждению, была как раз посмертной маской Агамемнона. Но, по словам греческого, конечно же, поэта Гомера, который жил в 8 веке до нашей эры, Агамемнон был царем Микен и предводителем греческого войска в Троянской войне. Шлиман, конечно, незамедлительно отправил греческому королю такую восторженную телеграмму, что «я видел лицо Агамемнона». Но в ходе раскопок Шлиман, конечно, обнаружил очень много дорогих и необыкновенно красивых украшений. Эти находки, они свидетельствуют о том, что микенская аристократия, она владела огромным богатством. И архитектура города, она подтверждает выводы ученых, что микенская культура была исключительно развитой. Сам же город Микены, он был центром вот этой великой цивилизации, которая просуществовала около 5 веков. То есть 16 по 11 век до нашей эры. И она пришла на смену минойской культуре на Крите. И она господствовала именно в государствах Эгейского моря, за его пределами. Именно микенские гончарные изделия были найдены очень далеко от города, например, в Италии Южной, в Кипре, в Египте, в Сирии, в Палестине. И вот уверенность Шлимана в том, что он обнаружил могилу Агамемнона, ну, вероятнее всего, основывалась на трудах греческого еще географа Страбона, который жил тоже в 2 веке нашей эры, он утверждал, что Агамемнон был похоронен в самом городе. А вот его убийцы Клитеменестр и Эгис, они были погребены за городскими стенами. И вот такого рода захоронения археологи ныне называют талосовыми. Что это такое? То есть для них характерен такой своеобразный ульеобразный ложный свод. И вот эти шахтные гробницы из могильного круга А, они действительно находятся внутри городских стен, под рыночной площадью. Однако современные методы исследования относят их примерно к 16 веку до нашей эры. То Шлиман, как бы, по меньшей мере, на 4 века ошибался в датировках. И этим временем, конечно, датируется и маска Агамемнона, которая оказалась, ну, лишь только одной из нескольких золотых масок, которые были обнаружены позднее. Но Троянская война. Если эти события действительно происходили в действительности, они не были плодом воображения Гомера, она все-таки велась около 12 века до нашей эры. То есть примерно, опять-таки, как я вам сказала, после, ну, через 400 лет после того, как в этих шахтных могильниках Микены были захоронены, найдены останки и сокровища. И, конечно, Микенская крепость, она занимала очень выгодное стратегическое положение. Она возвышалась над равниной Аргуса, контролировала практически все горные подходы к северу, вплоть до самого Коринфа. И главный город, вход в город украшали знаменитые львиные ворота, которые были тоже сооружены примерно в середине 13 века до нашей с вами эры. И над ней были высечены 2 больших каменных льва. И все сооружение венчало безусловно крыша, длина которой стояла около 5 метров, а высота 90. От ворот шла дорога к царскому дворцу. И эта дорога, она по сегодняшний день сохранилась. И стены были украшены, стены дворца были, конечно, украшены фресками, вы знаете, наподобие таких критских росписей. Частично эти фрески, они сохранились. Я вам, естественно, в музее их покажу. Вот таким образом, все-таки жители Микен, они имели представление об этой минойской культуре. И вокруг акрополя Микен теснились, конечно, дома менее высокопоставленных граждан. Один из них, так называемый дом с колоннами, вообще был трехэтажный. Опять-таки, это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития технологии. Ну и, конечно, вне крепостных стен находится могильный круг Б. Это система так называемых талосовых уже захоронений, возраст которых, конечно, не столь почетен, как возраст шахтных могильников, но талосовый
Могильник, он может состоять из 35 рядов круговой кладки. Вот эти огромные камни, они лежат один над другом. И причем каждое следующее каменное кольцо уже предыдущего. То есть сдвигали. Вот как это все строилось, мы, конечно, с вами поговорим непосредственно, когда будем ходить в сокровищницу Атрея. И огромные камни, они лежат, конечно, действительно друг одни на другом. И в древности таким же способом вообще строили пчелиные ульи. Могилы такого типа, они сооружались на протяжении примерно 200 лет. Ну, то есть не просто их 200 лет строили, нет, конечно. Они просто, именно такое захоронение было характерно в течение лишь двух веков, с 14 по 12 века до нашей эры. И обычно они были выкопаны в склоне холма. Огромный проем в конце такого длинного туннеля, он служил входом в могильник. И вот после каждого захоронения проход замуровывался. И тоннель, конечно, засыпался землей. Наиболее интересными талосовыми захоронениями Микен является так называемая сокровищница царя Атрея, то есть отца Агамемнона. И они хотя и относятся к такому нужному периоду, но совершенно нет никаких реальных доказательств того, что это действительно их могила. И около 1150 года до нашей эры микенская цивилизация внезапно прекращает свое существование. Город был либо разрушен, либо покинут по какой-то другой причине, но это была последняя из ранних греческих культур, а с ее исчезновением страна просто погрузилась в пору, известную под названием «Темной». Конечно, микенцы, именно они использовали при письме такую древнюю форму греческого алфавита, известную современными учеными под названием линейного письма Б. Я вам говорила о том, что два молодых английских ученых, выпускники Кембриджа, они расшифровали вот это линейное письмо Б. И, конечно, было тогда установлено, что это письмо является такой своеобразной архаичной формой греческой письменности. А что же касается того самого хорошо построенного широкими улицами золотых Микен, которые были именно воспеты Гомером, то город включает в себя и царский дворец, и дляма для царских подданных, и кладбище, и крепость, которая стоит на вершине холма. Микены были обнесены толстыми, действительно непроницаемыми стенами, контролировали очень обширный район, здесь на полуострове Пелопоннеса, а сам царский дворец был возведен на вершине холма, и именно он-то как раз и господствовал над менее высокими постройками, которые его окружали. Но буквально через несколько секундочек мы с вами уже увидим Микены. Ну а нашу первую остановку мы с вами совершим у сокровищницы Атрея. Да. Вот буквально несколько слов я хочу вам сначала сказать о том, что мы с вами видим, да, и что мы, собственно говоря, увидим, что это такое. Ну, во-первых, это действительно именно одна из самых, ну, у меня, безусловно, картинка то, как это раньше выглядело, да, и то, как это сейчас выглядит, безусловно, да. Так вот, это действительно, пожалуй, одна из самых грандиозных, надгробных вообще, место и грандиозный надгробный памятник вот этой микенской архитектуре. То есть она была создана, эта гробница, в то же самое время, когда и были созданы знаменитые львиные ворота, то есть 1260 год до нашей эры, то есть 13 век до нашей эры. Древнее, чем то, что мы с вами сегодня видим, в Европе нет. Так утверждают ученые. Так вот, на восточной стороне вот этого небольшого холма, такого называется холм Богородицы, конечно, вырыта в этом холме эта гробница. Дорога, которая ведет к гробнице, это 36 метров. Ее ширина примерно 6 метров. И она, конечно, с обеих сторон была обрамлена такой стеной с прямоугольных каменных глыб, которые были здесь, ну, скажем так, выложены в совершенно строгой последовательности. То есть, смотрите, если вы внимательно посмотрите, действительно, каждый камень немножко так сдвигается. Когда проводилось захоронение, дорога вот эта вся, она засыпалась. И проход к ней был, собственно, закрыт. Был только лишь холл. Говорят, что эта гробница, она была разграблена в более древнюю эпоху. То есть, когда микенская цивилизация исчезает, когда никто не знает, собственно говоря, почему Микены погибают. Но на рубеже 12-11 века, сразу, получается, после исчезновения микенской цивилизации, сюда приходят дарийские племена. Скорее всего, подобные гробницы, талосовые, то есть как их называют, они были разграблены вот в эту эпоху, то есть 10-11 век до нашей эры. То есть это уже не Рим потрудился, а более древние племена.
Ну, тоже были места скопления, естественно, богатых посетительных даров, именно при погребении, которые, естественно, клали вместе с умершим в эту могилу. Плюс вход, он всегда был не только богато украшен, но это была, конечно, определенного характера церемония, это был ритуал. Я вам могу сказать, что многие считают, что даже здесь поклонялись каким-то своеобразным хтоническим богам, то есть тем божествам, которые существовали одно время наряду с олимпийскими богами. В этом мы говорим в музее, когда увидите таких непонятного совершенно вида или происхождения богов. Кто это такие? В этом будем разбираться. То есть они очень интересные, само их изображение. Плюс вход в эту гробницу, он был тоже очень любопытный. Это были две такие полуколонны. И плюс весь фасад, вот эта треугольная часть, которую мы сейчас видим, она, конечно, отсутствовала на тот момент, потому что все было украшено изразцами. То есть или это был как-то мозаика, выложенные мраморные кусочки, или же это действительно какая-то была плитка, да, с определенными росписями, которые также выкладывали снаружи весь, собственно говоря, вход. И была процессия, то есть было захоронение, которое проводилось внутри. Ну и то, что сейчас осталось. Это, в принципе, то, что мы и наблюдаем. Также хочется сказать, почему это часто называли ульеобразным ложным сводом. Как вообще строились подобные гробницы? То есть закладывался по ряду камней. Здесь примерно 35 рядов камней. И каждый раз этот ряд вовнутрь сдвигался. То есть кольцо каждый раз уже становилось. Но если мы так с вами будем уже, все это выстраивать, то у нас центральная часть может попросту рухнуть вниз. Как этого избежали? По одной простой причине. Каждое кольцо тут же засыпалось землей. То есть на обратной стороне этого каменного блока создавали тоже определенный такой момент тяжести, который не позволял обвалиться вовнутрь. То есть и каждый раз кольцо, земля. И таким образом граница, она прекрасно сохранилась. Пойдемте вовнутрь. А глыбы из чего? Паралит? Паралит. Вот немножечко так мы с вами встанем в тень. То есть сохранились даже те места, на которых стояли вот эти полуколонны. То есть я, в принципе, стою на этом самом месте. Была здесь колонна, по меньшей мере, как предполагает, около, ну, скажем, 6 метров в высоту, так точно. Плюс ко всему, вход сюда, он закрывался двумя вратами. Следы от этих врат, от этих крепежных систем, к которым крепились, соответственно, эти двери, они сохранились как справа, так и с левой стороны. Плюс, это были, конечно же, достаточно тяжелые блоки. Чтобы понять, каков же был вес того или иного блока, нам лучше с вами вовнутрь зайти и поговорить. Кострюки тоже полили. Естественно, кондиционированное помещение, да? Вот пройдите вперед, если поближе, что я вам покажу. Вот смотрите, вот этот блок, который вы видите, который называется так вверх, да? Смотрите, какова первого размера, я могу сказать, что он весит 120 тонн. Таким образом его поставили сюда, таким образом вообще подняли 120 тонн, с помощью чего? С помощью воловьей тяги, но это как-то так очень все подсомнительно, действительно. Поэтому и говорят, что Мигены и подобные границы, что вполне возможно, что не могли строиться, как говорят, самые высокие. Но, по крайней мере, люди высокие. А я вам могу сказать, что когда здесь обнаружили останки 19 человек, средний рост каждого человека составляет примерно 185 метров. Метров? Ну, сантиметров, прошу прощения, метров 85 сантиметров. Смотрите, чтобы вам можно было сравнить. Рост Филиппа II Македонского, отца Александра Великого, 1,56 метра. Рост Филиппа II Александра Великого, 1,62 метра. То есть что происходит? Это 4 век до нашей эры Александра Филиппа. 13-14 лет тоже у нас 10 веков. Но здесь средний рост был 1,85 м. Это средний рост. Были еще выше. Поэтому это самое интересное, что это возможно строили потомки атлантов или
Почему бы и нет? Вот как вы считаете потом, какова высота этой гробницы? Ну, просто вот, так, внешне просто представьте. Метров 30. Это практически одна. Здесь высота 14,5 метров. Ширина 14,5 метров и высота 14,5 метров. И если вы внимательно посмотрите, вот это особенно определенно, когда свет падает, вы видите, что сдвинуты, соответственно, эти блоки, они имеют вот какую-нибудь ярусную такую структуру. Хотя оптически вроде как будет еще это все вывешено под один. Да? Формируется внутри даже. Нет, это все блоки, просто они это имеют выступ, вот это по определенному комплексу, такие выступы ряды. Что же касается того небольшого прямоугольного помещения там внутри, там тоже проводилось захоронение. Вообще подобные гробницы, они несколько раз использовались. То есть здесь не можно было захоронить только одного человека. Может быть, надо захоронить целую династию. Она уже была на тот момент, когда здесь поступили окно и микроскоп, она уже была разграблена. А там в этой гробнице достаточно ничего не сохранилось. Только лишь следы, копии всех этапов, все времен. То есть и видна копия, то есть возможно здесь были костры какие-то и так далее. Что здесь было, каким образом, для чего использовалось в последующую эпоху, в общем-то, мало кто знает. Но то, что здесь была очень богатая, она всегда с богатыми светительными дарами. Вообще, я не учу, как он предполагает, что подобная гробница изнутри. Они делали золотыми пластинами, потому что Микенович не спроста называется подвигом Микенович. Потому что здесь было очень много золота, очень много было серебра. Поэтому есть такая вероятность. Угу.